Следующий слайд – это у нас первичный рынок, уже, друзья, эконом-класс. Видим, что общая по городу стоимость в конец апреля $651 за квадратный метр и показала незначительную динамику, как я уже говорил, роста плюс 0,15%. Также можете посмотреть по административным районам стоимость квадратного метра в абсолютных цифрах и также в процентном соотношении, насколько подорожала за месяц недвижимость данных данного класса. Переходим.